Уже не ждем. Всем здрасте. Меня зовут Александр Демалинский. Я работаю в Эмикс. Я член совета директоров Эмикс, отвечаю за продукты. Соответственно, придется, к сожалению, придется говорить о таких интересных вещах, которые требуют некоторого осмысления в конце дня, но рассчитываю на то, что у вас еще остались силы. Значит, кратко, по поводу того, о чем поговорим, мы будем говорить о конкурентных советах исполнителей. Я знаю, что некоторые участники уже это обсуждали, это такая забавная тема, и уверен, в этом смысле большой опыт. Поэтому хочется чем-то поделиться. Значит, что такое Эмикс? Это бизнес, фактически того, что в котором я сижу, это огромный сортировочный комплекс, но на самом деле наш бизнес — это два больших комплементарных бизнеса. С одной стороны, мы marketplace запчастей, мы делаем 50 тысяч заказов в сутки и примерно обрабатываем 50 миллионов артикулов. Это небольшой магазин, а с другой стороны, мы трейд-провайдер, то есть мы занимаемся логистикой в России для Амазона, Митсубиши, Маны, еще некоторое количество китайских производителей. У нас есть достаточно большой офис в Дубае, небольшие, но очень полезные офисы в Австрии, Японии. Мы совместно владеем примерно похожим бизнесом в Штатах, Калифорнии. Рассматриваем как небольшой полигончик. В 2016 году мы сделали 16 миллиардов оборотов примерно. Теперь немножко теории для того, чтобы подвести к тому, о чем я хотел рассказать. Значит, мы дали определение, в жизни есть открытые и закрытые системы. Значит, закрытые системы, они характеризуют чем? У нас есть тщательно отобранные участники, есть жесткие правила входа и высокая централизация принятия решений. Представьте себе, что вы компании ищете поставщиков в канцелярии, вы говорите, у меня будет только два поставщика, они должны давать всегда лучшие цены, и поставлять весь ассортимент продукции. Прямо противоположная история — это открытые системы, когда у вас есть динамическое количество участников, максимально легкий вход, и все решения, которые принимают участники, они делаются по принципу присоединения. То есть в данном случае, к примеру, где-то, если вы хотите поставлять нам канцелярию, поставляйте. Большой специалист в карандашах черного цвета толщиной 2 мм. Поставляйте нам их, и поставляйте их в тот момент, когда вам кажется выгодным по той цене, по которой вы хотите. Если мы купим, то значит купим. Если вдруг цена или там условия нам не понравятся, то нам просто не нужны, значит не нужны. Значит, закрытые системы — это то, чем в большинстве сейчас наполнен наш мир. Они очень эффективны в стабильной среде. То есть, ну, единожды собранными, они достаточно эффективны. А открытые системы, они наоборот, они постоянно меняются и умеют адаптироваться под меняющий спрос, под меняющуюся среду. А, соответственно, график или правда жизни, она примерно такая. Значит, есть закрытая система, которая была очень эффективна в самом начале, и чем сильнее меняется среда, тем со временем эта система становится менее эффективной. В обратную сторону, открытая система жутко неэффективна в начале, но при этом, будучи самобалансирующей системой с обратной связи, она умеет подстраиваться под окружающую среду и становится все более и более эффективной. Значит, типичный пример Эмикса, например, это наша конкурентная среда поставщиков. У нас есть порядка там 2000 поставщиков, которые поставляют 50 миллионов артикулов. У нас нет физической возможности всем позвонить и договориться о самой лучшей цене, причем делать это каждый день, а желательно каждые 5 минут. А с другой стороны, у нас есть некоторые системы, некоторые правила игры, которые, будучи открытой системой, позволяют поставщикам генерировать предложения, которые являются абсолютно конкурентными. У конкурентной среды исполнителей есть некоторое количество базовых элементов, которые есть всегда. Значит, во-первых, это всегда открытая система. То, что мы называем конкурентной средой исполнителей, не являющейся открытой системой, не является конкурентной средой исполнителей. Дальше есть квалификационные тесты. Ну, самый простой пример. Там в Яндексе сейчас водителям просят рассказать стишок на русском языке для того, чтобы проверить знания их языка. У вас есть некоторый набор требований к исполнителям, которые обязательно должны быть исполнены, прежде чем он разрешит. Ему будет разрешено общаться с соответствующими заказчиками. Дальше у вас есть конкурентная среда. Это самая базовая история. Если исполнителей меньше, чем работа, конкурентной среды не получается. Ну и, соответственно, не получается всех тех преимуществ, которые она может дать. Ну и последнее — это рейтинговая система, где вы определяете, какой исполнитель полезнее для ваших заказчиков, какой менее полезен. Значит, здесь начинается самое интересное — это принцип. Значит, в жизни, когда у вас есть, например, ну, представьте, что у вас есть там 1000 курьеров, находящихся в штате, и вы управляете 1000 курьеров. Очень просто и удобно. В случае конкурентных средств мы не управляем курьерами, мы не справляем исполнителем, а мы управляем правилами, по которым они живут. И это намного сложнее. Потому что у вас теперь нет возможности приказать какому-то конкретному исполнителю сделать что-то. У вас есть возможность создать условия, при которых эти исполнители будут делать ровно то, что вам нужно. Значит, второй принцип очень простой. Система нанимает на работу всегда лучшего из доступных в данный момент. Ну, на примере такси. Понятно, это происходит, но вообще говоря, это происходит всегда и везде. Не только в такси. Дальше есть два очень важных момента, которые нужно учитывать. Первый называется баланс стоимости входа и размер выгоды.
Но представьте себе, что вы хотите стать, ну, условно, курьером или таксистом, и у вас стоимость входа условный ноль. То есть вы загрузили приложение и стали курьером. Тогда ваши ожидания от размера выгоды, даже если она будет небольшая, будут сбалансированы, и вы скажете, ну, я не потратил много времени, да, мало заработал, но, в принципе, это справедливо. В некоторых случаях, когда стоимость входа большая, мне нужно сделать большое количество действий, зарегистрироваться, пройти верификацию и так далее, и так далее, и так далее. Если в этот момент выгода оказалась, с моей точки зрения, несправедливой, то я встаю и ухожу. Напоминаю, что мы управляем правилами, исполнительными приказаниями ничего не можем. И вторая история – это баланс усилий и вознаграждений. Каждый исполнитель, когда собирается что-то сделать, он ожидает, какие усилия он для того. У него есть некоторый баланс в голове, какие усилия он готов предпринять для того, чтобы получить то вознаграждение, которое ему обещает система. Как только система начинает быть разбалансирована, то сразу исполнители начинают разбегаться, но у оператора системы возникает головная боль, где взять новых исполнителей. Значит, типичная проблема любой такой системы, значит, люди, которые пишут софт, аналогичный Uber или аналогичный там Яндекс.Такси, возникает по 10 на дню. Вероятность того, что они запустят то, что им хочется, близка к нулю. Проблема очень простая. Знаете, как я всегда, когда мне показывают какой-то стартап, говорит, будет работать. Я говорю, если у него есть миллион транзакций, откуда возьмется миллион первый, я даже не спорю. Внимание, вопрос, откуда там возьмется первый миллион транзакций. Значит, если все хорошо, у вас много работы, это привлекает исполнителей, у вас появляется лучшее качество продукта или больше клиентов, и это превращается в больше работы. Очень хорошая спираль. Обычно жизнь зла, она идет в обратную сторону. У вас мало работы, исполнители разбежались, стало хуже качество продукта, разбежались клиенты, стало еще меньше работы. Поэтому, когда вы собираетесь подумать над темой управления конкурентной средой исполнителей, всегда нужно понимать, откуда возьмется первый миллион, откуда возьмется первая работа. Варианты. Я буду одновременно искать исполнителей и клиентов. Я такой вариант видел, я работал в одном из стартапов, который как раз курьерскую занимался краудсорсинговой доставкой. На момент, когда я пришел, была сумма с большим количеством нулей долларов потрачена ровно на решение этой проблемы. Значит, качество в конкурентной среде исполнителей. Пользуясь тем самым примером, я когда вообще увидел эти цифры, я был абсолютно шокирован. Представьте себе, у вас есть большое количество штатных курьеров и большое количество краудсорсинговых курьеров. Мы рассматриваем статистику на 30 тысячах доставок. Это очень статистически валидные данные. И вот представьте себе, 30 тысяч доставок собственными курьерами привели к 3-9% отклонений. То есть это значит, что мы опоздали либо дополнительно, либо получать. Как вы думаете, какой процент брака был у людей, которых мы никогда в жизни не видели? Мы даже не знаем, те ли это люди, за кого они себя выдают. Мы никогда не просили их там предъявить паспорт, верифицироваться и так далее. Половина. 1-4. Значит, устраивали стандарты DHL, DPD и так далее, это 2. То есть это, знаете, кому я не рассказываю эту историю, все говорят, это не может быть, потому что это не может быть никогда. Ну хорошо, если это может быть, то тогда это только действует для курьеров и таксистов. Но правда жизни состоит в том, что конкурентные среды исполнителей, вообще говоря, работают для чего угодно. Они работают для наших поставщиков. Поэтому там, в Amex, в компании, которая обслуживает вот этот бесконечное количество транзакций, именно в маркетплейсе участия работает всего 30 человек. Можно ли краудсорсить генеральных директоров компании? Мы тут провели... Абсолютно верно. Мы когда-то провели мозговое упражнение на эту тему, поняли, что краудсорсить нельзя только одного человека в компании. Он назвали главного архитектора, тот, кто задает правила. А все, кто дальше, ну, обычный собственник, а все, кто дальше, да. И те же механики работают для генеральных директоров. Значит, зачем я это все рассказывал? Я скажу, в чем смысл этой картины. Значит, если посмотреть на там, тот же Uber, то с точки зрения продукта это очень простой продукт. Он одноранговый. То есть у нас есть груз, который перевозит, который сам отвечает сам за себя, никогда не пересаживается, и у вас сервис всегда АБ. Если вы посмотрите на доставку посылки, то у вас есть 5 этапов. У вас есть первый мир, сортировка, магистраль, сортировка, последний мир. Причем этот товар не умеет так же, как человек, садящийся в такси, сам за себя отвечать. И у вас появляется еще такая неприятная штука, как прием и передача. Но представьте себе ситуацию, что у вас на каждой из блоков существует своя конкурентная среда. Курьеров, сортировок, магистралей, сортировок, последний мир. И хочется решить очень интересную задачу, это собрать идеальный продукт. Вообще говоря, вот эти вот цепочки, они существуют и сейчас. Просто они построены по принципу закрытой системы, они никогда не меняются. Или там, меняются очень редко. А на самом деле, в зависимости от
текущего предложения исполнителя и геопозиции, у вас идеальный продукт доставки из А в Б все время будет разный, а несмотря на то, что точка А и Б все время остаются постоянно. Значит, собственно говоря, мы решили замахнуться на такую задачку и придумали то, что сначала было под рабочим названием Delivery Management System, что называется система управления доставками, но и пока решили, пускай даже первую пилотную версию продукта, оставить это название. Значит, суть проблематики какая? Вам нужно соединить большое количество разных конкурентных сред, которые, вообще говоря, работают в разных форматах. Значит, кто-нибудь видел тарифы транспортных компаний? Это 8 страниц мелким шрифтом, из них 2 звездочками, и когда вы хотите понять, сколько же стоит ЗРП, у вас есть вот такой длинный граф, по которому надо пройти для того, чтобы это понять. А теперь представьте себе, что у вас есть 5 перевозчиков, ну там минимум 5, которых надо соединить и объединить в один тариф. Значит, мы для себя придумали некоторый механизм, который мы очень сильно верим. Значит, в качестве объяснения этого механизма хочу напомнить вам, например, что происходило с такси в Москве. Значит, до того, как появились таксопарки, мы все поднимали руку и тренировались в переговорном процессе. Потом появились официальные такси, у них даже были счетчики, но каждый считал по-своему. У кого-то было за километр, у кого-то было за время, у кого-то за время километров, но если пробки, то вот с таким-то коэффициентом и так далее. Значит, что произошло, когда пришли агрегаторы? По большому счету, они сделали очень простой понятный тариф. Х рублей за минуту дали везде. Значит, по большому счету, в области доставки мы видим примерно ту же самую проблему, поэтому мы решили подойти к ней примерно с той же логикой. Представьте себе, что вы пользователь, простой потребитель. Вам очень не хочется знать, как устроены тарифы транспортных компаний. Но у вас есть четкое понимание того, что а, какой у вас груз? Стандартный, тяжелый, негабаритный. И вам нужно выбрать три варианта. Вы хотите это как можно быстрее, это будет дорого. Вы хотите это как можно дешевле, значит, это будет долго. Или вы хотите это некоторым промежуточным способом, значит, это будет стандартно, нормально. То есть, по большому счету, вам необходимо выбрать всего, какой у вас груз и как быстро вы хотите его доставить. С точки зрения потребителя, это очень простой выбор. Теперь смотрите, как мы к этому подошли. Мы сказали, окей, нас не интересуют наши исполнители, которые будут работать в стандартных тарифах, когда им даешь АП, они тебе отвечают, сколько это стоит. Нам интересно, когда каждый из исполнителей объявит какую-либо геотарифную зону, любой формы, в которой тариф будет задан вот этой матрицей. Соответственно, если у нас А и Б находятся между внутри одной геотарифной зоны, то мы сможем просто взять тариф. А если у нас они находятся в разных зонах, то существует достаточно простой математический аппарат, который позволяет их складывать. Ну и, собственно говоря, Саша будет. Собственно говоря, дальше я вас возвращаю в ту историю, которую я показал несколько слайдов назад со спиральками. Вопрос, где взять первый миллион. Значит, у нас этот первый миллион существует, мы там хотим в первую очередь попробовать это на себе и погрузить свой объем туда. Мы очень верим в то, что эта идея, с одной стороны, конкурентных сред в сложных системах, она как бы проявит себя и воспользуются все остальные. Значит, наверное, последняя история, мне показалось, что у меня осталось 5 минут. Значит, историю рассказывал мой приятель, который некоторое время назад был директором венчурного фонда Теска. Теска — это второй в мире ритейлер после Walmart и первый в Европе. Значит, это история про конкурентные среды, как они друг с другом могут соединяться. Представьте себе ситуацию, что вы захотели купить продукты, но вы видите, сами ехать в магазин, вы взяли это разное приложение, выбрали своего любимого шопера, он тоже хотел поехать после обеда, но есть возможность заработать денег, он с большим удовольствием принял ваш заказ. Приехал в магазин на автобусе, начал подбирать ваши продукты, вы смотрите и согласуете с ним какие-то замены, и в итоге он выходит с двумя сумками и понимает, что на автобусе к вам ехать он не хочет. Он залезает в приложение и видит, что на стоянке Теска стоит машина сотрудника Теска, который дает его в каршеринг, не знаю, по 10 рублей в час, и будет работать еще 3 часа. Вы берете эту машину, отвозите мне продукты, а на обратном пути вы залезаете в приложение, вы говорите, что вы теперь исполнитель Uber, Get'а, еще кого угодно, и хотите получить поездку, которая находится рядом с магазином, где вам надо вернуть машину. Это достаточно простой сценарий. Вот, соответственно, история, над которой мы работаем, они находятся примерно в этом направлении, и на эту тему готов там пообщаться, подискутировать и так далее. Ну и мы расширяем команду, так что если у кого есть желание написать, пишите. Спасибо большое. Микрофон.
Да, пожалуйста, девушка. Я так поняла, что сначала вы попробуете, собственно, на своих продуктах вот эту вот систему, а дальнейшие векторы развития... Мы ее представим как коммерческий продукт. Но она задумана как коммерческий продукт. Фактически, конец этой истории, ну, не конец, а промежуточный большой этап — это виртуальный логистический оператор. Для бизнеса, бизнеса, да? Для бизнеса. Для бизнеса, для пользователей, для кого угодно. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, а вы что-то делаете в сторону оптимизации движения самих курьеров? То есть, курьер может, сейчас он выполняет 2 заказа, 5 заказов в день, а если оптимизировать его путь движения между разными поставщиками, то он может выполнять 15 заказов в день. Хороший философский вопрос. Есть 2 пути. Первый путь. Мы жестко генерим маршруты, и в этом случае курьеры берут не конкретную доставку, они берут какой-то куст доставок. Мы фактически реформируем то, что мы, для чего мы используем конкурентную среду исполнителей. Второй вариант – ничего не делать, и конкурентная среда исполнителей сама решит, хоть хотят ли они там менять в кусты или не хотят. Там технологически единственный вопрос, который нужно для себя определиться – может ли курьер одновременно в руках держать несколько доставок или нет? Спасибо. Я не знаю, ответил? Ну, я так понял, что прямо сейчас вы ничего не делаете. Это вопрос не технический, это вопрос философский. То есть во что мы верим? Мы верим в наш очень умный алгоритм, или мы верим в то, что конкурентная среда, которая самобалансирующаяся, сама решит, что лучше делать? Либо брать по несколько доставок, либо возить по одной. А как только мы склеили это в кусты и в маршруты, у людей нет возможности дернуть оттуда одну доставку и только ее доставить. Это есть ограничение открытой системы, которая, вообще говоря, все может сломать. Как это не парадоксально звучит. Я очень часто пользуюсь CMS-ом для заказа деталей для своей машины и хотел такой момент уточнить. Вот, допустим, когда я заказываю себе деталь какую-то в Тамбов, если она у меня в заказе стоит как выдана, на самом деле она не выдана, а только еще из Липецка едет в Тамбов. Вот. Хорошо бы починить вот это вот. Прием вопроса по поводу сервиса Amex. На заднем ряду сидит Саша Султан, он с продукта Amex. Он принимает любой фидбэк. Отлично. Спасибо. Благодарность. Еще вопросы? Все ли рынки можно организировать? Ой, подожди, пожалуйста, микрофон. Просто не будет на записи сначала вопроса. Все ли рынки можно организировать или есть прям какие-то четкие ограничения, исключения? Если кратко ответ. Все случаи, если существует возможность выполнить требования открытой системы. Значит, есть рынки, в которых регуляторская функция огромна. Ну, например, можно ли сделать банки по тому же принципу? Или там заняться peer-to-peer кредитованием? Если регулятор не запрещает, то можно. Но пока у нас есть большое количество областей, которых регулятор запрещает, поэтому практически, теоретически можно, практически нет. Можно еще пару кейсов, как это может быть еще работать? Пару живых кейсов про организацию. Ну, смотрите, еще один кейс, который я часто рассказываю, он про оптимальное использование ресурсов. Значит, если вы посмотрите на график Яндекс.Такси, то вы увидите, это там, публичная информация, что у них ежевечерние пики в пятницу и субботу в 2 раза больше, чем в обычные остальные дни. Это по большому счету означает, ну, с высокой долей вероятности, я не работаю в Яндексе, не знаю, а количество исполнителей увеличивается в 2 раза. Это означает, что повышается качество продукта. То есть у вас, если в обычные дни машины приезжают за 2 минуты, то в пиковые дни она вероятнее всего приезжает там, за 5, за 10, потому что у вас не хватает исполнителей. Плюс Яндекс начинает крутить тариф вверх, чтобы сбить какой-то спрос. Соответственно, как такую задачу можно решать? Представьте себе, у вас есть некая система, в которой вы можете скомплектовать сложный составной продукт из абсолютно разных кусков. У вас есть каршеринговые машины, которые по ночам не ездят, для которых километраж в центре города, вообще говоря, не принципиален и не страшен. И, в принципе, владельцы каршеринговых машин для того, чтобы поднять утилизацию, согласны их давать дешевле в тот момент, когда они не популярны. Ну, вместо того, чтобы заплатить 10 рублей в минуту, вы будете платить там, рубль в минуту. Дальше у вас есть некоторое количество людей, которые готовы подработать в пятницу и в субботу, они с правами, но не готовы заморачиваться всеми перипетиями для того, чтобы стать таксистом, там, бэшником и так далее. Мы взяли одних, взяли других, собрали из этого продукт.
и раздали это в Яндекс, Сбер и Убер как исполнителей пробных по этим дням. Вопросы еще остались? Да нет. Спасибо большое.